Но Magnum, контейнеровоз БДФ, два комплекта ключей с дистанционным открытием дверей. Кузов легко снимается. Продаю как с кузовом, так и без контейнера могу. Сзади него стоит прицепное устройство. Вот. Так, лентяй, с лентяем лентяй поднимается, опускается. Автоматически при загрузке, при превышении допустимых значений на ведущую ось, ленивец опускается автоматически. Два бака по 400 литров каждый. Масло заменил недавно. Резина, так, она у меня вся на подушках, что перед, что и зад на подушках. Кабина на подушках. Сейчас буду заводить, продемонстрирую, как работает двигатель. Так, ну вот завел. У нее, значит, все шторки электрические, они все работают. Так. Вот. Боковые. Так, здесь, значит, передние. Вот. Могу открывать, закрывать. Подогрев зеркал. Так, вот двигатель. Значит, так, здесь регулируемая воздухом руль по двум наклонам. Так, вот двигатель, давление масла на холодную. Так как топлива мало, горит лампочка. Зеркала с подогревом плюс регулируемые. Магнитола и рация есть. Автономка. Так, два спальных места, нижние, верхние и нижние. Под нижним, ага, так, сейчас под нижним находится большое такое этот вот инструментальный такой этот ящик большущий. Также здесь есть платяной шкаф. На нем вот здесь, значит, открывается полочки кругом, электролюк. Так, ну что еще сказать? Дистанционные, значит, здесь регулируемые подушки у нее. Так, ну все, по-моему, больше ничего. Вот. Так, сейчас покажу. Видно, не видно будет, как работает двигатель. Опускается.